Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Assassin's Creed 3. Так, идем к основному заданию к Ахиллесу. Сейчас он нам расскажет, что нам нужно дальше делать. Какое он тут стал место красивое. Выбрал себе для просмотра. Молодец, старый. Ух ты, блядь, закат что ли, рассвет, что это у нас? Готово. Джонсон мертв? Нет. Он сбежал, когда мы уничтожили чай. Он опять возьмется за свое. Надо было его убить. Не надо. Время покажет, прав ты или нет. Шесть Радон месяцев Хагейду. Спустя. Радон Хагейду. Ганадоган, зачем ты здесь? Что-то случилось? Уильям Джонсон вернулся, и у него хватит денег купить нашу землю. Он говорит со старейшинами. Я молил их отказаться, но он добьется своего, если ты не вмешаешься. Как он сумел? Мы же уничтожили чай. Тамплиеры умеют находить средства. Я ведь предупреждал тебя. Пожалуйста, останови его. Хорошо. Знаешь, где их встреча? Все, пора убивать. Ух, хорошо. Так, давайте посмотрим, куда нам там сапать. Жалко, что тут задание нам не показывает. Надо будет опять идти на корабль, я так думаю. Да. Хорошо, давайте телепортируемся сюда. Во фронтир нам надо будет по-любому. Так, чувак, ты тут сиди себе, отдыхай. Так, а я погнал. Ой, сундук мертвеца есть. Да, я бы хотел сундук мертвеца, кстати. Конечно, почему бы нет? Я уже, кстати, забыл, как на корабле плавать за это все время. Но мы сейчас разберемся. Кладбище кораблей тут за мысом. Не промахнешься. Говорят, на одном из них был Эйбл Оуэнс. Если не врут, здесь лежат его останки. Тут всегда полно мародеров. Будьте начеку. Ой, разберемся, не ссы. Так, я сам вооружен и опасен. А вода здесь чистенькая, ёпте. Ой, сундучок есть. Я люблю... Если здесь погиб корабль Эйбла Оуэнса, значит, он и сам тут что-то искал. Ух ты, 3000. А это неплохо. Так, теперь надо найти способ туда подняться. Тут еще какие-то аборигены могут жить. Ага, вижу, вижу, вижу. Оп. Оп. Далеко нам лезть? Да, есть хороший шмат. Ага, вот разбитые корабли эти. Прикольно сделали здесь эту миссию, кстати. Так, есть еще корабль. Кладбище кораблей. Мародеры. Сейчас мы этих мародеров отфигачим. Ух, как он прыгнул. Дай сюда. Отвали, я нашел мое! Стой! Блять, тебе что, за ним бежать? Отвали! Это мое! То, что ты забрал, мое! Ух ты, блядь! Разбежался! Не так-то просто. Не твое!
Ты какой шустрый говнюк. Отдай мне то, зачем я пришел. Так, так, так. Никуда он не денется от нас. И чего захотел, мое? Отдай мне! Извиняй, похоже, ты нынче проиграл. Ничего подобного, я нихера не проигрывал. Полком. Ух, нихера себе, тут такой прям экшен, блядь. Гонится какой-то тип! Сейчас разберемся! Ух! Какой-то тип. Походу мы уже убили этого паренька. Ой, красиво. Ай-яй-яй. Как же так? Сюда. Я вам сейчас устрою тут мародерство. Все, всех перехреначили. Карту забираем. У волчьего логова. И где это находится, у волчьего логова? Сундук мертвеца. Отлично. Нашли часть карты. Пофиг на этот прогресс. Так, есть. О, кстати, к этому детку надо обязательно подойти. Что на этот раз? Поглядим, поглядим. Ничего не выйдет. Хочешь меняться, неси больше. Блин, это надо эти все чашки, кстати, находить, я так понял. Ну, мы их потом понаходим, чтобы миссию сделать. Так, давайте переходим к другому. Чувак, давай-ка нам... Бостон нет. О, Форт Уолкарт. Я думаю, во Фронтир нам нужно. Если я не ошибаюсь, конечно. Наше задание там должно быть. А ну-ка. Я прав или нет? Конечно, я прав. Ой, тут еще и задание у нас есть. Задание поместья. Так, мы можем в эту деревню телепортнуться. Сундучок там где-то под землей. Мы тогда его так и не нашли, да? Так, хорошо, давайте-ка посмотрим, как бы нам здесь оптимально. Ну, оптимально только сюда. Давай, перейдем. Выхода у нас нет. Сейчас выполним еще там задание для усадьбы, и потом пойдем по основному. Что интересного скажете? Он был там все. Меня ждет работа. Сильно мы поговорили. Так, с этой мамой Цахык надо поговорить. Вау, какой у нас тут разговор получился. Сумасшедший. Так, тут они что-то выращивают, я смотрю, хорошо. Так, давайте мы вот сюда пойдем. Оп. Ух ты, ё. Очень удобно. Что мы сюда можем переместиться? Это просто прекрасно. Я думал, задание поместья, это мы в поместье переходим. Понял. Так, где оно, наше задание? Где-то здесь, да, наверху. Тик. Так, ага, все вижу. О, тихо, 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 чувак.
пугаешь животных только тут в лесу. Сейчас какую-то диверсию надо будет сделать, чтобы тут не купили землю. А, этот же к нам приходил чувачок. Агрессивные переговоры. Ну-ну. Мог бы и помочь, блять, кстати. Так, наверное, подбери Джонса. Ага, незаметно подберитесь Джонса. Я думаю, нам пора его уже убивать. Блять, это сколько нам пилить-то надо будет? Блять, это мне в обход сейчас идти надо будет. Незаметно. Легко сказать, незаметно, блядь. Я люблю у всех перебить по дороге, блядь. Я кровавый ассасин. Ну, сейчас посмотрим по ситуации. Смогу ли я там незаметно или нет? Или придется рыгать? Не понял. А как он не предлагает мне туда добраться? Что-то не понял. Что-то закрытая местность. Понял, может, мне надо выйти поверху, ну? Ага, тут нельзя, блин. А как я... Хорошо, как я туда должен добраться? Переплыть, что ли, блин? Я что-то не понимаю. Думают, а? Там фрагмент закрыт, там то, там срачка-пердячка. Поплывем, если надо, господи, великое дело. Так. Ага, вот есть у нас тут такие деревья. Я думаю, они здесь неспроста. Сопали. Я сейчас тут поднимусь. Ай, блядь. Я тебе задам. Не люблю я незаметно. Что тут сделаешь? Будет в башке дыра. Ух ты, хотел меня кулака влупить. Сюда. Есть. Сейчас потихонечку поднимемся. Значит, стой, малыш. Это ты лежи. Стой и лежи. Ты, сука, наемники всякие. Куча кровищи. Что вы так долго бить? Не понял, а куда мой меч делся, ребятушки? Я думаю, что за чухня. Взяли саблю мою, блядь, стыбрили, блин. Отдать тебе нашу землю? Тогда мы все будем у тебя в долгу. Сэр Уильям в чем-то прав. Чем мы можем ответить пороху и железу? Так. Духи будут с нами, как и...
они привели нас сюда? Да. Чтобы мы разоблачили предателя. Это ошибка. Надо подписать. Ты смотри, там какой разговор пошел. Бил, блядь. Ух ты, смотри, какой прыжок. Так, все в доме, что ли? Я никого не вижу. О. Тише, тише. Разве я не защищал вас? Не оберегал от всевозможного вреда? Хотите защитить нас? Дайте ружья и лошадей, чтобы мы защитили себя сами. Война — это не выход. Мы помним, Стэнвикс. Помним, как вы сдвинули границы. И сейчас твой народ копает землю, не считаясь теми, кто на ней живет. Ваши слова сладкие, но лживые. Мы не будем торговаться и продавать. Мы пришли сказать: уходите прочь. Хорошо. Я протянул руку помощи. И вы ударили по ней. Думаю, с мечом вы будете вежливей. Ты нам угрожаешь? Убивать? Да. А, думали подослать ко мне убийц? Вы поплатите. Есть. Вот мы Джонсона и чпокнули. Шо, малыш? О, нет. Что ты наделал? Покончил с вашими планами. Тамплиеры хотят получить эти земли. Да, чтобы защищать их. Думаешь, король Георг ночами не спит, думая о своих подданных индейцах? Или жители Бостона беспокоятся о них? Конечно, колонисты рады торговать. Когда они нуждаются в еде, убежище или в чем-то для армии. Но когда в городе станет тесно, когда у них не хватит земли для посевов, когда не будет других врагов, посмотрим, как добры станут люди. Колонисты не воюют с ирокезами. Пока. Война придет. Так устроен мир. Рано или поздно. Я мог бы спасти вас всех. Вы говорите о спасении, но вы убивали их. Да, ведь они не слушали. И кажется, ты тоже не слушал. Вот так вот, последние слова мертвеца. А я вас не яхте агумсаре, амдахьяю не сканас из агумхаджи. Что, убьем этих засранцев? Бля, дохера тут народу. Эти опасные, кстати, чудаки. Тут надо умнее играть. С этими вот ребятами не пошутишь. Так. Надо вот этих сначала левых поубивать. Ой-ой-ой. Давайте чуть побегаем. Да, с этими, конечно, ребятами сложно. Я
блядь, они валят? Сумасшедшие. О, еще двое. Откуда у вас столько здесь? Ребята, вы что, охренели, что ли, там все? Надо нам бить этого, блядь. Чудака, блядь. Их надо вырубать. Я думаю, может, их с пистолета вообще перехреначить. Есть. Так, давай-ка. Возьмем пистолет. Суки бронированные. Будем сейчас так вот с ними драться. Они реально, блядь, охеревшие. Индейцы бы хоть помогли, блядь. Это тут не детские разборки, блядь. Ты что будешь, блядь, чистить? Пошел нахер. Я думаю, надо как-то их перехитрить. Я вот думаю, как бы это лучше всего сделать. Может, на крыше? На крыше мы, наверное, лучше вот так сделаем. Снайперы, что ли? Их еще можно легко победить. Ах ты сука. Ёк твою мать. Чуть не думая тут дуба не врезал, блядь. Говно. Быстрее! Ты чё там, блядь? Спать. Фу, блин. О, блядь, еле-еле отмахался, блядь. Так, давайте сундук этот вскроем. Что тут есть в этом сундучке? О, енотовая шапочка. Чаёк. Чё, чуваки, скажете хорошего? Чё, кто-то ещё остался, сука, жив? Нырните ласточкой, уйдите от погони. Понял. Это же задание, нырните ласточкой, вот сам и нырни. Вообще правильно тут скачу или нет? Ага, понятно, я круг тут сделал, почета, блядь. Жесть какая-то. Так, давайте прямо туда. Иди нахер. Так, да, вот эта дорожка вниз. Эти животные сумасшедшие тут по дороге, блядь. А где трупы, которых мы расхреначивали?
агрессивные переговоры мы закончили. Да. Ну, не выполнили мы из этих прогрессов ничего. Все, часть шестая закончилась. Отлично. Уильям Джонсон мертв. А с ним и план тамплиеров лишить земли мой народ. Но покончив с ним, я узнал о новом зле. При нем было письмо к Джону Питкерну с приказом найти и уничтожить оружие и припасы патриотов. Если ему это удастся, колонисты не смогут больше сопротивляться, и тогда тамплиеры захватят власть. Пока жив Питкерн, жива и угроза. Его надо найти. Найти и убить. Я думал обрести ясность или удовлетворение, но мне просто жаль. Вот и все. И хорошо. К жертвам нельзя относиться легко. Это мой долг. Перед моим народом и перед теми, кого Джонсон еще сгубил бы. Это начало. Чтобы избавиться от гнета тамплиеров, нужно убить их всех. Даже твоего отца. Я знаю. Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Похоже, у нас гости. Кто там уже присыпал? Что это? Пол Ривир просит нашей помощи. Кажется, британцы в Бостоне что-то затеяли. Ты произвел впечатление на сынов свободы. Они сочли меня своим. Зря. Скажите мистеру Ривиру, что мне жаль, но я не в силах сейчас помочь ему. Советую передумать. Тут упоминается Джон Питкерн. Куда ехать? В дом мистера Ривира в Бостоне. Я могу? Понял, будем. Так, что у нас тут есть интересного на этой карте? О, есть задание у нас еще. Поместье. Ага. Есть вот это задание. Хорошо, давайте, я думаю, стартуем сюда. Сделаем вот это заданице небольшое, которое здесь нам предлагают как вариант. Есть кусок пилить. Ой, я что? Еще убился бы здесь, нафиг. Какое течение здесь не кислое. Так. Какой-то мужик там, что это такое вообще? Добрый день! Добрый, добрый. Чё у вас тут стряслось? Есть ли место в таверне? Ух ты, что это такое? Хотите кружку эля или же хлеба с сыром? Конор! Вот это Оливер, а это Карин. Отличные люди. Оли, это Конор. Я о нем говорил. Хозяин поместья. Мы тут случайно встретили ваших арендаторов. Они хотели пить, а у нас бочонки с собой и... Я не лорд. И это мои друзья, а не арендаторы. Куда же вы везете фургон полный выпивки? У нас был трактир, но король отнял его под какую-то военную чепуху, а нас выгнали. Эй, оставайтесь здесь! Нам трактир пригодится! Согласна! Мы с радостью, но для трактира нужен дом, а постройка обойдется недешево.
Нам определенно нужно что-то в этом роде. Я поговорю с друзьями на мельнице и узнаю, можно ли его построить. Если все получится, вы согласитесь завершить свой путь здесь? Конечно, Оли. У нас снова будет трактир. Понял, иду договариваться. Так, хорошо. Давайте глянем на карту. Этого должно хватить. Спасибо. Вы не пожалеете об этом, Конор. Что, будет меняться местность? Ну-ка. Ух, нихера себе тут отстроили трактир. Нехило, блин. Так, все, прогресс сделан. Так, подождите, а как лучше заходить? И так тоже можно? Нет, там вход получается. Так, давайте глянем, что там еще у нас на карте творится. Ага, в особняке даже есть какое-то задание. Ух, хорошо, давайте зайдем, посмотрим, что там, какая обстановочка. О, неплохо, очень неплохо. В кости можно поиграть. Давайте поговорим. Чудесно. Конор, вы к нам? Да вот, проходил мимо и решил узнать, как у вас дела. Спасибо. Ну, мальчик мой, у нас все отлично. Тут и местные заходят, и моряки из пристани, а то и путники. В общем, кровати всегда заняты, а Эль льется рекой. Я рад, что у вас все удачно сложилось. И мы, Конор. Когда нас согнали с насиженного места, было, конечно, не по себе, но пути Господни неисповедимы. Так, хорошо, поговорили. Что тут есть еще интересного? Понятно, тут не просто трактир, тут еще и гостиница выходит. Хорошо. Это меня радует, что у нас потихонечку расширяется территория. Будет как целый город скоро. Так, это есть. Ага, вот еще хотят поговорить со мной. Давайте послушаем, что скажут. Что-то до них стряслось. Эй, Конор! Господа, кажется, вы поладили. О, да. Как раз идем пропустить кружечку. Я просто чуть что взрываюсь. Уж характер такой. Диана с карапузами здоровы. Дела тут идут прекрасно. Я рад, что не избил старину Готфри. Сам бы себя не простил. Я тоже рад, Терри. Вдруг проткнул бы меня своими кулачонками. Не зли меня. Ладно, ладно, полегче. Я рад, что все снова хорошо. Так, конечно, рад. Так, я люблю, когда все спокойно и отлично. Что у нас дальше тут есть по карте? По карте есть. Я вижу, у нас тут раз, два, три, четыре чашки надо будет забрать, кстати. Вот это я потом сделаю, чтобы мы нашли полностью карту, которую нам надо. Так, да, идемте в особнячок. Что там за задание, мне уже само интересно. Что предлагаешь? Ахиллес. Тайные поместья. Конор, идем со мной вниз. Может быть, мне поискать что-нибудь взамен? Не спеши. Когда-нибудь нужная вещь найдется сама. Как скажешь. Ага, в эту нычку. В пещере на границе нашей земли есть сундук. Можешь его принести? Я бы сам сходил, но эти старые кости уже нелегко таскать. Возьми с собой Норриса. Вход в пещеру завален тяжелыми камнями.
Все равно придется повозиться. Так, поговорить с Норрисом о взрывчатке. Ух ты, блядь, это сколько мне пилить надо? Мать моя женщина. Так, я думаю, мы сделаем чуть-чуть хитрее. Фронтир. Фронтир. А я в твою мать. Стри, нельзя, блядь. А-а-а. Хорошо. Во время задания нам нельзя телепортироваться, блядь. Я очень рад. Так, сейчас надо на лошади скакать. Заодно мы, кстати, можем забрать там эту чашу. Просто интересно, что там будет в пещере. Так, давайте-ка вот на лошадку залезем и поскачем по бырику. Все, но, погнали. Так, заодно что у нас? Да-да-да, чтобы не забыли эту чашечку. Потом остается только та чаша и эти две. Да что там эти деревья, кусты? Что такое? Господи. Что такое элементарное не может эта лошадь, блин? Пройти. О, тут посевы кукурузки. Так, а есть где нам здесь сократить дорогу? Сейчас посмотрим. Да, как раз нормально. Так, вот мы уже почти и на месте. Так, я думаю, может лучше, наверное, так. Взрывчатку здесь можно купить. Это вообще интересно что-то новенькое для меня. Так, где эта взрывчатка находится? Стой. Как лучше туда подобраться? Так, давай так сделаем. Сиди там. А, это этот. Что-то тут он, блядь, добывает уже, смотрю. Норрис, я тут должен принести кое-что старику. Он сказал, что придется повозиться с камнями. Да? Значит, я возьму эксклюзив. Так, следуйте с Норрисом ко входу в пещере, да? Хорошо? Это Мириам, очень ничего. Да, она не похожа на других колонисток. Бьет на повал. Она убила пуму. Сильная, ловкая. А муж не слышал, чтобы был. Никогда еще такое не встречал. Вот бы узнать ее получше. Ну так поговори с ней. Попробую. Эй, не плещи, порох подносишь. Что-то там бубнит себе под нос. Так, нам надо вот эту херню забрать бы там. Теперь понятно, почему Ахиллес советовал взять тебя. Без проблем. Сейчас взорвем. Прошу. Укрытие! Ну, спрятался я тоже. И что дальше? А, выстрелить надо. Это не дурно. А ты думал? Генвиль, на вид небезопасно. Будь осторожен. Я вернусь в рудник. Значит, говоришь, Мириам. Интересно. Так, мне сначала надо вот что забрать. Так. Ай, хорош.
Так, найдите побрякушки в поместье. Да, найдем по-любому все четыре, я уверен в этом. И давайте идемте быстренько сюда. Так. Что в этой пещере? Ловушек нету, я надеюсь. Ух ты, блядь. Нихера себе. Бежим, 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 блядь. Ни на что не обращаем внимания. Какая-то нехилая пещера такая, блядь. Так. Вот мы и на месте. Так. И чё тут? Ух ты, блядь. Понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Все валится. Есть. И что дальше? Так, надо взломать его, хорошо. Это мы можем. Что там? А ну-ну-ну, мне уже просто, блин, горю от любопытства. Две минуты, ёб твою мать. Блять, сука, он за ветку не зацепился. Сори, ребятушки, сейчас мы переиграем этот эпизод. Че он не допрыгивает, я что-то не могу понять. Блин, как-то аж обидно становится. Так, надо, наверное, в другую сторону, я так себе думаю. Или куда нам? Да, в эту сторону туда. Ты смотри какой, блядь. Прям принц Персии. Давай, беги бы время в жопе, блин. Блять, это такая херня, блять. По лабиринту, блять, сыпаем. Че, уже практически вышли. Понял. Почти. Бежим, 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 бежим. Блять, чуть-чуть осталось. Есть. Выбрались. Фу. Еще чуть-чуть было в срака. Так, мы можем быстро перемещаться. А хера лысого мы можем быстро перемещаться. Блять, это столько сапать, ё твою мать. Да. Так, а ну может здесь где-то найдем какую-то лошадь. Тут земля наших друзей. Что ты на тут пень залез, сумасшедший? Так, а лошадь есть тут? Ага. Есть лошадь, блядь. Это еще те, у кого будет лошадь, блядь.
Бля, через эти прям деревья пройти нельзя, я херею. Давай, давай, давай. Убился бы здесь еще нахер. Довольно уже шустро бежим. Пчелы. Так, по дороге нам намного легче будет бежать. Я так себе думаю. О, привет. Так, вот мы уже и на месте. Так, фух, сделали это здание довольно большое за счет дальности. Нам пришлось побегать, из-за этого оно реально вышло конячье, блядь. Я принес то, что ты просил. Но скажи, кто и зачем его там оставил? Я оставил там, где один я смог бы его найти. Но это было очень давно. Я там чуть не погиб, блин. Точнее, два раза я там сдыхал, но это не важно. Ух ты. Чье же это? Это одеяние первого ассасина в колониях. Все, одеваем. Так, хорошо, выполнили задание. Ух ты. Так, вы получили трофей в память о победе над Джонсоном. Понятненько. Так, а что тут у нас еще есть? Ага, я вижу. Булава есть. Ружья. Меня, в принципе, меч вполне устраивает в данный момент. Хотя, может, мы что-то потом и поменяем. Так. Ага, здесь могут быть наряды разные, кстати. Там надо покупать будет. Ну, тут все, в принципе, довольно понятно. Давайте поднимаемся наверх. Так, выходим на белый свет. Так, хорошо. Давайте глянем на карту, что у нас здесь. Понятно, задание тут находится, все тогда. А не, во... Задание у нас будет не на этой карте, а на следующей уже. Надо будет в Бостон, наверное, идти. Хорошо, все. Тогда давайте, наверное, на этом останавливаем это видео. Уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.